Криминальная драма закончилась, не успев начаться. Посредника, который, по версии следствия, должен был передать деньги сотруднику военкомата, задержали с поличным в одном из самарских дворов. Прямо в машине, где дерзкому преступлению не суждено было свершиться. Меня попросили, так скажем, передать деньги, чтобы я сделал... Ну, не я сделал, а чтобы попросил я сделать военник. Так, кому? Вот человек. Откосить от армии, по предварительной информации, задумали двое жителей поселка Рощинский. Год воинской службы показался им столь суровым испытанием, что молодые люди были готовы заплатить за военный билет 250 тысяч рублей. На первую и последнюю встречу с посредником несостоявшиеся солдаты явились только с частью суммы. Сколько денег ты должен был передать и когда? 170 тысяч. Когда? Сегодня. Твой интерес какой в этом? Ну, так скажем, я хотел себе чуть-чуть денег поиметь. Сколько? Ну... в районе там 10-20 тысяч. Теперь вместо заслуженного вознаграждения уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве». Пока ведется следствие, горе-курьер находится под подпиской о невыезде. Алина Чемерес, «События».